Всем привет! С вами канал Бонсай 165. Это мой бонсай из множества стволов граната в стиле майоги. Вот такой вот. Кто помнит, я его осенью обрезал. Сейчас я его еще здесь подрежу кое-какие веточки. Вот такой вот он сейчас подрос. Вот так вот. Вот. Смотрите. Кое-какие веточки уберу. Ну, подрежу, чтобы он не тянулся. Зимнюю сделаю подрезку. Вот эту ветку я втыкал потом в плиту сюда. Сейчас, пока она растет, ее трогать не буду. Начнем с нижней ветки. Вот здесь, смотрите, он дал с корней граната еще ветки. Я их потом тоже буду вплетать, когда они вырастут. Пусть мне даже не важно, что здесь между узлей большое. Это не главное. Или сюда вплету их, в эту веточку, в нижнюю, чтобы она толще казалась. И вот во вторую, ну, скорее всего, в первую, наверное. А сейчас пока начнем обрезать вот эту вот часть. Вот эту вот мы сейчас вот здесь подрежем. До конца я обрезать не буду, потому что пусть они здесь наращивают веточки эти. Они просыпаются, они живые, они просто не хотят просыпаться. Такие вот. Гранат он так может стоять, потом проснуться, видите, он везде бы просыпался. Эту веточку я... Его, конечно, можно будет отгинать, пока я его тоже так обрежу. Вторую веточку здесь, она пошла в рост, я ее тоже тормознул. Она мне сейчас не нужна такая. Дальше пойдем выше, выше. Вот веточку он дал, эту я трогать не буду тоже, пусть он куда-нибудь растет. Эту ветку я обрежу здесь, нижнюю. Дальше там резать не буду. Эту ветку пока я оставлю, наверное. Хотя сейчас я гляну, она здесь внутри, как бы здесь изгиб, смотрите, она не очень красиво будет выглядеть. Если только так, лицо, где у него лицо, еще, наверное, скорее всего, непонятно. Может, вот это будет лицо. Так что она, наверное, здесь, скорее всего, не нужна. Потому что иначе она здесь не будет пробуждаться, я ее просто уберу. Отсюда она здесь не нужна, ветка эта. Дальше, вот эта веточки, смотрите, вот у меня идут, вот они разогнутые, отогнутые, вот она, как бы вершинка здесь пошла, а вот это вот веточки по лесенке. Здесь я, так, вот эту, эти две веточки здесь, потом я немножко что-то отогну их, уже проволочка наложит, так отогну чуть дальше, хотя не. Так оно смотрится лучше. Вверх она все равно чуть выше поднимается. Ниже она, ветки как бы ниже опущены, а вверх она чуть выше должна быть. Поэтому я ее вот здесь, эту ветку здесь подрежу. Я, подождите. Вот эту маленькую вот здесь подрежу. Так. А эту, наверное, скорее всего, здесь срежу. Если что, она там почки разбудится. Дальше я что хочу. Дальше у меня идет вот эти ветки, вот она вот так вот идет, как бы лесенка сюда. Вот эти веточки, вот эти, я обрежу их вот здесь. Так, и вторую, наверное, вот здесь обрежу. Большой стал череночек. Дальше здесь идет вот эта ветка, ее можно, она слишком низкая. Конечно, ее можно было оставить, отогнуть сюда. Но она сейчас пока не нужна, если я ее выщиплю здесь. Эта веточка пошла, я ее тоже тормозну, пока она не нужна здесь. Вот эту веточку тоже тормозну, вершинку и выщиплю ее. Тоненький. Вот так вот. И вот видите, она получается вот здесь идет. Потом можно будет вот это чуть ниже подогнуть вот так. Так. Ну, это еще надо будет шинку наложить, так чуть ниже. Вот так подогнуть, смотрите, она пойдет как раз по винту. Сейчас пока ничего не буду налаживать. Он гибкий еще долго будет. А вот эту вершинку я вершинку. Так, вот это я просто здесь тоже посокращаю.
чтобы он не тянул, ой, чтобы не тянулся. Дальше какие у меня веточки еще. Вот это тоже внутренно идет, ее не нужно. Ее тоже сократим. Эту веточку вот здесь мы сократим. И эту веточку вот до этого между двумя. Вершиночка вот такая будет пушистенькая. И вот она будет как раз, 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 и вершиночка закругляться. Ну, как-то так сформировал. Ну, со временем потом, я так думаю, что они срастутся, стволы, кое-что будет вырезаться там, все формироваться дальше. Вот эту ветку я, наверное, оставлю потом впритую ее сюда, в эту ветку. А эту, скорее всего, сюда, наверное. Ну и это посмотрю тоже сюда, может, я плету их. Так что, как-то так. В общем, получается, что получается. Вот так получилось. Вот, скорее всего, вот это будет лицевая сторона. А вот это будет тыльная сторона, скорее всего, вот это. Ну, в круговую будет должен смотреться, по идее. Если здесь проснуться, если даже проснуться, здесь все равно надо будет обрезать. Если все здесь растет со временем, здесь все равно немножко тоньше надо, чтобы забережется было ветки. Это потом будет все регулироваться. Но сейчас самое главное, чтобы он срастался. Вот видите, ветка, она уже выпала. Вот она. Она уже не будет расти. Она здесь. Ой. Не это мертвая здесь идет. Ну потом под проволокой будет смотреть, где она там оторвалась. Она уже свое жила. Так что как-то так. В общем, вот такой эффект получается из множества стволов. Конечно, это долгое формирование. Не один день продлится. Поэтому нужно терпение. Терпение, труд, все перетрут. Да, правильно? Ну, смотрите, так вот. Все, как всегда, моя рука вам машет. До свидания. Всем хорошего настроения. Всем вкусной еды на столе. Мирного неба над головой. Выращивайте бонсай. А с вами был канал Бонсай Сначала 65. Алексей Сахалин. Всем пока-пока.